Всем привет, ребята! С вами я. Сегодня у нас будет видео про Минск, симулятор метрополитена. Я буду играть на начальной. Я недавно ее скачала. Вначале я ее скачала, потом удалила. Сейчас снова ее скачала. Хочу эту вам игру заснять. Выбрать. Берем красную ветку. Начать. И для начала я вам покажу, что тут можно делать. Тут можно ходить по салону. Вот так вот. Это очень прикольно сделано. Тут нельзя вот так вот выйти. Допустим, как в Роблокс есть игры такие, там, где можно через двери не открываться и выйти. Вот так вот можно ходить по вагоном. Вот тут наверху даже написано станции, которые более-менее понятно, что написано не размыто. Можно сразу нажать вернуться в кабину, можно открыть двери. Первое, то, что меня удивляет, это когда их открываешь, тогда ты можешь выйти. Вот, двери открыты. И вот так вот можно типа проверяющий ходить по вагонам. Короче, игра и тут сколько вагонов, я не считал еще раз. Два это было. Три. Четыре. Пять. Вот такая вот игра интересная, да. Тут можно сразу же мне идти назад, вернуться в кабину, да. Тут она... Вот так вот можно смотреть. Так. И вот так вот можно смотреть, когда двери закрылись. Слышно. И вот так вот. Реально, чем на звук открывания дверей бьёшь. Ну, закрывание не совсем. Можно вот так вот. Там свет включается и тут. Свет. И вот это включили в кабине, чтобы было видно нашу скорость. Сейчас покажу. Это мы смотрим. Вот, все включено. Двери закрыты. Можно отправляться. Поважаные пассажиры, калі ласка, проходьте у середину салона. Не збирайтеся каля дверей вагона. Наступная станция Автозаводская. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Автозаводская. Please mind the closing doors. Едем. Поважаные пассажиры, калі вы знайшли на станции... Мне вару станцию проедем, покажи, пока не пускай. Thank you.
Едем с обычной скоростью. Тут написано, сколько я пассажиров перевожу. Пока что я это на танце перевожу 49, так как я поста пассажиров так большой. Я могу его писать на танце. Да, пассажиров по такой директе. Я не смотрю последний, но там самим. Я выбрал большой, как мне это больше нравится. Большой пассажиров поток. Ну да, когда скорость 50, это кажется не. Вот так вот нормально. Станция Автозаводская. Автозаводская. Вот я. Ну и люди заходят, выходят, короче, уже 70-81. Наступная станция Партизанская. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Партизанская. Please mind the closing doors. Вот такая вот интересная шея, да? Сейчас я вам покажу. Там будет еще современная или открываться. Ну, до этого я уже вам не буду показывать. Так сказать. Роттердамский транспорт, понятно, что хочу снимать. Так, я сейчас в Роттердаме. Тормозим потихонечку. Ну, это я резко тормозила, согласен. Держала сейчас. Станция Партизанская. Партизанская здесь. И, кстати, на станции можно выйти машинисту. Я в шоке, да. Зайди в салон. Ну, жаль, что мы так не поедем. Важно, и вот можно ждать. И жаль, что в эту сторону не приезжают поезда. Минус игры. Если бы в разные стороны поезда приезжали, я мог уехать. Это было классно в роли пассажиров поиграть. Я бы с радостью поиграла и вам бы показала. Ну, в общем, вот такая вот игра. Кому понравился ролик, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока.